вот и я. Добрый вечер, друзья. Это шоу «Украина, мой талант, дети». И сегодня у нас первый полуфинал. Громче, громче зал. Друзья, и обратите внимание, рядом со мной замечательные дети. Это не просто дети, это участники этого сезона. И вы знаете, пусть они сегодня не выйдут на сцену, потому что они все-таки не прошли в полуфинал, но я искренне рад, что они сегодня вместе с нами. Ребятушки мои, как настроение? Нормально. Отлично. Отлично, наконец-то я услышал именно то, что хотел услышать. Ребята, у меня есть к вам один очень сложный, очень важный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы не обижаетесь на наших судей за то, что сегодня вы не выйдете на сцену? Я считаю, что выйду. Что ты считаешь? Считаю, что выйду. Считаешь, что выйдешь. Да, вот, вот что нужно нашим участникам. Надежда и вера в себя. Ну что ж, если никто на судей не обижается, то, друзья мои, встречайте наши судьи! Детей пугали бабайкой, а теперь их пугают им. Игорь Кондратюк. Она способна прижать к груди и утешить любого ребенка, даже если они выглядят как взрослые и сидят рядом с ней жюри. Слава Фролова. 90% детей в этом сезоне убедились, что борода у него настоящая. А остальные 10 просто побоялись дернуть. Мегапопулярный Дидио!